Будущие медики из 12 регионов страны собрались в Новосибирске. Сегодня в правительстве региона прошла торжественная линейка, посвященная началу работы Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия». Полтора месяца ребята будут не только трудиться в больницах, но также выяснят, кто из них лучше в спорте и творчестве. Наталья Цепина продолжит тему. Будущий врач-педиатр Ульяна Куликова в студотрядах уже пятый год, а вот в проекте «Академия» принимает участие впервые. Говорит, самое сложное – не сдать в середине, пройти до конца. Очень масштабность. У нас в этом году участвует 12 регионов. И ребята очень все разные, со своими традициями, со своими какими-то особенностями. И всегда приятно общаться с другими регионами, получать опыт. В целом, я просто человек, который очень любит наше движение российских студенческих отрядов. Здесь мы развиваемся во всех сферах, как и лидеры, как просто и в творчестве, и в общении. Ульяна ближайшие полтора месяца будет работать медсестрой в отделении онкогематологии Новосибирской облбольницы. Главная клиника региона примет большинство студентов. Там будут трудиться 100 из 200 ребят. Приходят к нам, трудоустраиваются. Это полноценные работники, которые очень активно помогают медицинским работникам. Прежде всего на летний период, потому что в летний период, конечно, мы нуждаемся в дополнительных сотрудниках. У нас очень много выездной работы в районах. От Москвы до Иркутска 11 команд приехали из разных регионов России. Еще 4 отряда представил Новосибирский медуниверситет. Самая главная задача – это просто посмотреть, окунуться в ту медицинскую жизнь, активную, настоящую, которая есть сегодня в системе здравоохранения. Я очень надеюсь, что вы за это время увидите все то лучшее, что есть в нашей системе здравоохранения, посмотрите федеральные центры, пообщаетесь между собой, сплотитесь. У Всероссийского студенческого медицинского отряда «Академия» первый юбилей. Он собирает в Новосибирске будущих медиков с 2019-го. Такого проекта в стране больше нет. Все это не только работа для ребят, но это организация разных спортивных, творческих, образовательных мероприятий. И по итогу проекта будет определен лучший отряд, который себя проявил не только в работе, но и как раз вот в этой, как мы называем, комиссарской деятельности. В прошлом году студенческий медицинский отряд Новосибирского государственного медицинского университета отряда «Безболь» выиграл знамя данного проекта. В этом году задача для новосибирских отрядов подтвердить свой высокий уровень подготовки к данному проекту. Закончит работу Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» 23 августа. Наталья Цобина, Константин Менин, Новости ОТС.